Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Добро пожаловать в новую серию GTA 5, где мы будем продолжать выполнять миссии этой замечательной игры. И также у меня для вас есть несколько новостей. Первая новость, самая простенькая. Первая новость — это та, что я протюнил свой байк. Байк Франклина. Сейчас он мне намного больше нравится. Кто помнит байк, который был до этого, да, он был, ну, как будто, я не знаю, ну, честно, он выглядел как будто какой-то, я не знаю, как транспортный байк, да, такой огромный, с этими пакетами, можно сказать, даже сзади. И, если честно, он мне не очень нравился. А вот сейчас, когда я его протюнил, Франклин выглядит как будто какой-то истинный рокер, да, на такой, таком байке, прям очень красивым. Если честно, это мне очень по нраву. Также вторая новость. Я не знаю, с одной стороны она хорошая, но с другой не очень. Почему? Когда... Так, где наш дом? Сейчас. Вот тут, да, наш дом? Сейчас, секундочку. Вторая новость. Я не знаю. Я нашел крутую тачку. Это вроде с обновления тачка. Она была настолько крутая, что вы себе не представляете. Я вам, в принципе, сейчас даже покажу, какая она была в магазине. Так, давайте мы пока что свой байк вот сюда куда-то подвинем, чтобы там не сигналили. Вот, смотрите, какая у меня тачка была. Смотрите, я ее нашел Майклом, да. Когда я катался, я... Да хара там базарить, чукчевы конченые. Когда я катался, я нашел ее Майклом. Смотрите, какую машинку я нашел. Я ее вот тут заметил. Вот, смотрите, вот эту. Часть набора бизнес Гротти Туризмо R. Вот эта красненькая машинка. Она стоит 500 тысяч баксов. Я ее нашел. Я ее повез в гараж к Майклу. Но там так случилось, что у нас в гараже две машинки. Нужно было одну вытолкать машинку с гаража, чтобы засунуть вторую. Когда я подъехал к дому Майкла, там было задание. То есть мне даже не дало задание подъехать к гаражу, чтобы я открыл гараж, а прямо задание началось по какой-то там конченной йоге. Пока я завершил это задание, или как только я смог с него выйти, я выхожу на двор, машины уже нету. Машина пропала из-за задания, которое автоматически началось, и которое даже не спросило, хотите ли вы его начать, да? Оно просто-напросто взяло, началось, и до тех пор, пока я закончил выполнять это задание, вышел, машина уже пропала. Но потом, я уже вам заспойлерил, потом я пошел кататься с Франклином, потому что тут у нас нету никакого задания. И я могу спокойно заехать в гараж. Я катался, и я нашел вот эту машинку, о которой я вам говорил. Эта машинка Бугатти. Это типа Бугатти, да, потому что Rockstar бы не назвали в своей игре машину Бугатти, машину, которая как бы уже в мире существует. Они сделали машину что-то наподобие Бугатти. Хоть, мне кажется, та машина была симпатичнее, чем вот эта. Но та машина стоила 500 кусков. В принципе, мы ее даже сейчас можем купить, потому что у нас 700 тысяч есть. А вот эта машина стоит лям. То есть, эта машина стоит 1 миллион баксов. Ровно 1 миллион. Поэтому можно сказать, что я даже более рад, что я нашел эту машину, потому что она в два раза дороже, чем та. Это очень круто. И сейчас... я вам покажу, где я нашел. Потому что это, можно сказать, серия посвящена тому, где можно найти самую крутую машину в игру. Смотрите, я даже вроде скрин сделал. И не скрин, или селфи. Я не знаю, как вот это называется, где оно находится. Друзья, галерея. Вот тут оно должно находиться. Вот тут видите, где вот эти... Вот, да, вот. Да. Это с GTA Online у меня есть. И с другого. Эта машинка... Майкла, которого мы протюдили, но которая потом пропала у нас. И вот это, смотрите, вот. Вот где я ее нашел. Она вот тут стояла, и я ее отсюда забрал. Вот, видите, я ее тут нашел, и где я ее нашел, смотрите. Ага, то есть тут нам даже показывает, где я ее нашел. Ага, смотрите, это круто. Это круто.
Мне показывают, где я ее нашел. И, в принципе, давайте мы сейчас туда же даже поедем. Я вам покажу, где все-таки она была. Потому что, ребята, кто не знает, потом приходите на то место и ищите эту машинку. Кстати, в этой серии мы ее протюним. Ой. В этой серии мы ее протюним, и нам нужно будет ее сохранить в гараже. А я уже понял, почему машины не сохраняются, потому что как только их запихиваю в гараж, игра-то не сохраняется, да? Игра сохраняется против... не против, а после каждого пройденного... после каждого пройденного задания, да, идет автосохранение. Или после чего? Или после того, как ты поспишь у себя в кровати, идет автосохранение. А если ты поставил машину в гараж... Да вашу мать. Если ты поставил машину в гараж и просто-напросто оттуда вышел, то она не сохранится. Поэтому нужно ее сохранять. Вот эта ночь уже... Сколько тут эта ночь длится, если честно, я не представляю. Уже очень долго ночь идет. Так, где я ее нашел? Нужно еще раз на карту посмотреть. Вот вроде вот тут. Вроде вот тут я ее нашел. А ну давайте мы еще раз посмотрим. Давайте мы еще раз посмотрим, где я ее нашел. Вот сейчас. Сейчас. Идет загрузочка. Ну давай, давай, грузись, фоточки. Селфи наши. Вот, наконец-то. Да, я, в принципе, нахожусь на том же месте, где я ее нашел. Смотрите, даже на карте показывается, что я нахожусь на том же месте, где я ее нашел. Вот. Вот она стояла на этом месте, где сейчас стоит вот эта черная машина. Вот я ее тут нашел. Смотри, я даже вам на карте еще раз покажу. Вот тут дом Майкла, да, вот это, буква М. Дом Майкла. А я ее нашел вот тут. Вот тут, где я сейчас нахожусь. Поэтому, кто не знал, где находить вот эту машину, ее можно найти вот тут. И сейчас, ребята, я бы очень хотел протюнить эту машину. А тут, кстати, в этой местности спавнится еще вот та крутая машина, которую я нашел, но которая пропала, к сожалению. И также тут спавнятся еще какие-то другие. Вот видите, тут куча других крутых машин и ездит. Потому что этот район, где Майкл живет, это, можно сказать, один из богатейших районов в самом Лос-Сантосе. Потому что, поэтому, если вы хотите найти какую-то крутую машинку, то ищите ее вот в этом районе. Также я очень ждал, чтобы протюнить вот эту машинку. Но я не хотел ее тюнить без вас. Я хотел сначала показать, что я вообще нашел эту машину. И сейчас, ух, нифига себе, смотрите, тут... Да, ну, в принципе, возле этого гаража можно всегда найти какие-то крутые машины, да, протюненные. Это как бы машинка вот этого мастера, да, мы можем прийти и просто свистнуть ее и себе забрать. Давайте отремонтируем. Фу, тут, конечно, запчасти настолько дорогие, что это с ума может сойти. Но, в принципе, понятно, потому что машина-то не с дешевых, один лям стоит. Номера я не знаю. Я хочу сначала... А тут нету ни бамперов, да? Ну, подвеску можно опустить. Было бы круто, если бы на максимум, но на максимум я не могу. Зато я могу на максимум вот это. Да пофиг, знаете, то есть... эта машина у нас останется, поэтому... Поэтому пока что лучше, если мы сразу все протюним на нее, потому что, можно сказать, эта машина у нас, я надеюсь, до конца останется. Не то, что до конца. Круто, если она вообще не пропадет и будет храниться в нашем гараже. Вот это круто. О, вот этим можно. Какие они? 11-е, да? Сейчас я просто ищу. О, вот это тоже крутые. Я сейчас просто поищу. Давайте сначала вот эти. Давайте вот эти поставим. Дальше, цвет колес. Я не знаю, честно. Давайте красные сделаем. Огненно-красный. Вот эти давайте. Модификация колес. Ну и, конечно же, вот это. Пули покрышки, допустим. Красный дым у нас заблокирован пока что. Ладно, дальше, стекла. Стекла можно, в принципе, даже полностью... Хотя вот так затонировать нормально. Окраска, нам окраска нужна. Вот. Ну, это уж чересчур будет. Какой цвет, как вы думаете, ребята? Может, черный? Может, черный? Сейчас, давайте мы посмотрим все. Ух ты, красный вообще крутой. Красный вообще крутой. Но я не хочу красный. То есть, он крутой, но... Я бы хотел, наверное, черный все-таки. А вот это тоже очень прикольный. Ну смотрите, почему я хочу черный. Так, давайте даже матовый. Хотя матовый нет, не очень.
Вот смотрите, почему я хочу черный. Потому что дополнительный можно сделать красным. Вот, дополнительный красным. И вот это где фары? Вот, фары по бокам. И цвет мы сделаем. Цвет мы сделаем тоже красным. Вот. Мне кажется, так будет круто. Сейчас мы, в принципе, выйдем и посмотрим, как оно выглядит. Ну и все, больше мы тюнить ничего не будем, потому что заблокировано это много есть чего. Вот так выглядит наша машинка. Мне кажется, прикольно. Черная с красными и красная подсветка. Потому что если бы мы сделали красную машину и черные вот эти линии, конечно, я согласен, выглядело бы намного круче. Но в чем минус? Мы бы не смогли поставить какие-то крутые неоновые вот эти подсветки. Потому что если бы у нас была красная машина и мы бы поставили красный неон, ну, согласитесь, что выглядело как бы как-то очень тупо, если бы у нас все было красное, и даже и неон красный бы был, и машина красная бы была, и все же какой-то бы другой цвет был, это только, ух ты. И другой цвет бы был только черный, и где бы этот черный появлялся, точнее, где бы его можно было заметить, это только вот эти две полосы. Опа, еще какая-то новая машинка, или это то же самое, фиг его знает. Поэтому я не знаю. Что я еще хочу сейчас попробовать? Я еще хочу сейчас немного другие шины. Так, где я ее покоцал, что номера? А, в принципе, белые тут даже нормально подходят. А смотри, что я хочу. Я еще хочу тормоза... Вот, колеса. Эксклюзивные. Все, дальше у нас ничего нет. Ух ты, ни хрена себе! Вот эти крутые. Но, к сожалению... И вот эти крутые. Но, к сожалению, я их не могу взять. К сожалению, я их... Ух ты, ни хрена себе, вот эти классные. О, давайте вот так. Я хочу красные. О, вот это вроде подойдет. И вот это крутое. Вот, сейчас. Так, давайте отправимся на один, вот. Ни о чем. Ну вот это вроде ничего. Так, шестой нужно запомнить. Шестой и одиннадцатый. Давайте еще раз посмотрим. Одиннадцатый. Вот так. И шестой. Шестой вот так. Как думаете? Шестой или одиннадцатый? Или там вроде еще какие-то есть. Но вот это уже чересчур есть. Хотя... Нет, мне кажется, это уже чересчур будет, если мы такие колеса поставим. Вот, да, такие может еще даже поставить. Можно какие-то другие машины, это бы и круто смотрелось, но точно что не на эту. Тут уже такие тоненькие, потому что это самая, можно сказать, крутая машина, да? Спорт. Во. Давайте тут еще посмотрим. Вот эти вроде прикольные. Инферно. Мне кажется, вот эти самые первые, да, инферно, которые были. Мне кажется, их поставить нужно. Хотя вот это тоже крутое. А, 15. И вот это тоже прикольное. Так, давайте еще раз. Вот, инферно. А, ставлю я вот эти, да и все. Буду я париться, да? Ух. Еще и красные колесико такие. Ну это вообще не машина, а прям офигеть. Не успел выехать, уже ее поцарапал. А ну смотрите, давайте мы прыжочек какой-то сделаем, если можно. Главное не разбить машину. Хотя, если я буду делать прыжочек, значит 100% я ее разобью. Но все же мы ее и так в гараж понесем. Ух ты, ни хрена себе. Я еще так далеко не прыгал. Офигеть. На такой маленькой скорости она полетела в космос. Машиночка, где моя машиночка? Как я вообще убился? Пожалуйста, не говорите, что моя машина пропала. Прыжок не выполнен.
Лучше я вообще эти прыжки не буду выполнять, потому что вы видите, что это жопа. И, как я понял, моя машина... Как я понял, моя машина пропала, да? Если она... Если ее дома нету, тогда знаете, что мне нужно будет делать? Мне, наверное, нужно будет последнее сохранить. Я надеюсь, тут сохранение не произошло. Игра. Вот, загрузи. Ну, вроде сохранение не произошло, я так надеюсь. Вроде нет. Вроде нет. Потому что если ее сейчас дома не будет, то мне придется заново загрузить игру и заново на этой машинке поехать и тюниться. Ребята, лучше... Лучше в таких случаях просто-напросто идите и сохраняйте машину дома. Потому что если бы у меня сейчас сохранения не было, то я не знаю, что бы я сделал. Я эту машинку нашел, и я радовался, когда я ее нашел, потому что... Сколько она стоит? 1 миллион? Это до хрена. И, в принципе, не часто встретишь такую машинку. Я второй раз тоже пытался ее найти, или найти какую-то другую, если честно, не получилось. Потому что, ну... Не получилось, потому что она не так уж и часто спавнится. Поэтому сейчас я посмотрю. Ну, мне почему-то кажется, что ее тут нету. Да. Ладно. Сейчас. Ладно, ребята, я опять загрузился. А вот смотри, какая-то тут машинка стоит. Но это не наша, да? Ну, то есть она наша, но она наша как бы... Сама машина... Сама машина Франклина, да, которая она по сути является, вот тот Буффало или как она там называется. Поэтому я сейчас еду домой, я надеюсь, что она ждет нас в нашем гараже. Потому что если нет, это капот будет, если эта машина вообще пропала. Ух, круто, я домой приехал, если честно. Офигеть, я домой приехал. Да, стоит. Круто. Если честно, очень круто. Я подъехал домой нормально, да, то есть заехал в этот двор. Ну, как я заехал, я передавил всех, кто тут только был. И нам сейчас обратно нужно на этой машине возвращаться туда. Я, если честно, хочу вернуться именно туда, в ту мастерскую, потому что, может, там вдруг рядом будет... Хотя... Вот так. Давайте туда поедем, да и все. За нами еще и полиция плюс тому. Давайте я быстренько оторвусь. Хотя тут не так уж и много осталось, поэтому давайте доедем. 1 километр. И может мы еще даже успеем пройти одно задание с Лестером. С Лестером или Ламаром. В принципе, там есть два какие-то задания, поэтому постараемся их пройти. А, так вот эта машина, смотри. А, нет, или чья эта машина? Или что это вообще такое? Или что это вообще такое? Мне просто хочется посмотреть. Bullet Diamond. Это еще чья машина? Откуда у меня вообще эта машина? Почему она конфискована? А хрен его знает, если честно. Я не хочу, я хочу вот эту. Откуда у меня вообще эта машина? Не знаю. И почему она вообще конфискована? То есть, что она там забыла? Не знаю, ребята, честно. О, давайте от первого лица. Потому что это Бугатти, ребята. Так. Ну, в принципе, давайте сюда заезжаем. И давайте ее опять будем тюнить быстренько. Я ее, в принципе, наверное, сам обтюню. Все, быстренько ее протюнил. Точно так же, как она у нас была. Все, вот. Главное сейчас опять лучше не прыгать. А поэтому... Так, там что-то было... Было или мне... А, нет. А, давайте, в принципе, быстренько тогда возвращаемся домой. Так, где наш дом? Дешевая одежда. Одежда. Да не убийство, а убежище. Вот. Ух ты, вот эта машинка. Только мы ее положим в гараж,
что она... Ой, главное не стукнуться. Хотя, в принципе, даже если стукнемся, то что? Главное не убиться. Когда мы ее положим в гараж, то пойдем выполним какое-то задание с Ламаром или с кем-то. Вот это тачка, ребята. Вот это тачка. Крутая тачка. Или, в принципе, даже... Ой-ой-ой. Или просто-напросто можно дома поспать, плюс тому утро наступит. Да, не хочу я там помогать сейчас никому. Я лучше домой иду, поставлю тачку в гараж, пока я опять ее не разбил или не умер. Во! Не машинка, а прям чудо. Все, мы с тобой прощаемся, машина. Пока. Дальше, давайте... А тут, видите, тоже есть какое-то задание. Тут тоже есть какое-то задание, поэтому зачем будем мы куда-то бегать, если мы можем тут его выполнить? Другое, в смысле. Я хотел с Ламаром или с Лестером, но... О, как раз день наступил. Или вечер даже. I live here. This half my house too. So you say? Anyway, Magenta is reinvigorating my femininity. So make yourself scarce, boy. Go. Go. With pleasure. Go. Good. And stay out of trouble. Yeah, yeah. Вульва, вульва, вульва. Gangster shit, nigga. А, вот Ламар. Oh, no, no. Show some respect here, nigga. The man ain't couldn't hold down his back. Come on now. Damn, man. I gotta spend my day with another middle-aged fool trying to recapture his youth. What this fool just say? I missed you, dawg. Oh, oh. You missed me, huh? Nah, I ain't missed you. Your ass could have stayed gone for good. So I fucked your girl, mm-hmm. mugged your mom's, mm-hmm. and better yet, I ain't thought about your ass in years. Ha, ha. You got jokes now, huh? Hey, but I see you doing well for yourself. Check that on out. Shit, I'm doing just fine. That's what I hear. But I know some sweet boys up in the pen that got bigger balls than you. Oh, you been doing your time looking at sweet boy balls? Oh. Yeah, it's good to have confirmation. This funny fuck. Why you keep hanging around this clown, L? Shake this fool, we man. We from the same set, Stretch. Why y'all niggas can't get along? Y'all been doing this shit for years, man. You know what, dawg? It's good you back home. Glad you here. Missed you, boy. Damn, you definitely got hit up inside. Hit up? Hey, hey. Yo, motherfucker, I know little niggas like you been turned out on the daily. Talking about being hit up, nigga, I swear, man, you ain't got no motherfucking respect. Motherfucker, I got respect for reality. Reality? All right, you keep thinking that. Just keep thinking that, nigga. Shit, you gonna get yours. Fuck you. I swear, man. Presents, come whoa, on, man. Whoa, cool out, fuck, chill, man. This motherfucker get on my goddamn nerves. The nigga get on my nerves, too, man. Part of the nigga charm, man. F, come on, man. Let's just bust a move, man. You gonna drive or what, Phil? Drive where? Pick up this heat, nigga. Why? Business, nigga. Nigga, nigga, nigga. Y'all niggas act like girls. Shit, not me. Shit. Ух, вот это, что это за машинка? У нас там намного круче в гараже стоит. Направляйтесь в амунацию. Ну, поехали. В принципе, тут недалеко, сколько, 500 метров. You check this guy's look. Gutter-ass hair, gutter-ass clothes. He coming up, but he ain't putting down. Shit ain't legit. Nigga, I'll show you legit, punk. You know, when I went away, you punks was little homies, and I was a big homie. Now I'm out, and you little homies is big homies. But you homie, still homie. Gotta respect. Man, what the fuck this nigga talking about? We all big homies, but he bigger, right? Exactly. Soon as we get this shit, as soon as we get paid, homie. Soon as we get incarcerated, more likely. Ну так, мы тут. Вас приветствует Ammunition. Armorer to the stars. Hey, what's up, man? Firing range is in the back, and all our weapons are customizable. Oh, hell yeah. You can trick your blam blam out up in here. Quit all that. Just straight up artillery, man, all right? Don't y'all shut the fuck up. I got this, you clowns. All right, homie, get your shotgun with the flashlight modification. Why the fuck am I the only one buying this? Because we got sheets, homie. Now shut the fuck а что up мне and нужно? Come on. А что? Купите фонарик для помпового дробовика. Ага, а где помповый дроб... Вот, помповый дробашок. Фонарик. Now just let me reinstate, man, that слушайте, the princess made by this man о, ain't got nothing to do with the two gentlemen of fellow nature. That's right. А что тут? Опа.
У, я себе калаша хочу. Во, рукоятка, фонарь, прицел, глушитель. Ну, глушитель я не знаю, фонарь, в принципе, я тоже не знаю, прицел. Вряд ли нам понадобится. Ух ты, ни хрен! Я покупаю. Хоть она и дорогая, как хрен его знает что, но я куплю себе. Так, дальше. Что мы еще можем купить? УЗИшку. Ну, давайте микро-ПП купим. Магазин, фонарь, прицел, глушитель можно купить. Ух. Нет, на вторую пушку это уже чересчур. Я, может, и могу себе позволить, но... Снайперка. Гранатомет. Ух ты, штурмовой ПП бесплатно, нифиг. Магазин большой, емкость 20 кусков. Офигеть, вы, ребятушечки, с ума сошли? Я, конечно, это понимаю, это круто, но вот это, в принципе, можно купить. Рукоятка можно, фонарь, прицел не нужно. Платиновая расцветка. Так, вот, замечательно. Мы в этой серии накупуемся, если честно, и, в принципе, это круто. Потому что, так... Что тут? Бомба-липучка. Бабла у нас пока что хватает. То есть это можно купить. Что тут еще есть? Пистолетики, боевой пистолет. Я просто смотрю, какой лучше. Ага, тут точность больше. У того пистолета точность больше. А в этого? А в этого? Да, вот, давайте. Хотя, там, я не знаю, честно, там был еще один. Вот этот, наверное. Так, магазин, фонарь не нужен, глушитель не нужен, гравировка. Офигеть, вот тут пушечки. Полицейская. Вот так. Ну, покупали, можно и так сказать. Man, we got some recycling to do. Come on, man. Send her off. Friends in La Puerta. La Puerta. Направляйтесь на встречу на заводе переработки. В принципе, и так нужно покупать оружие, хоть мы сколько на него потратились. Мы больше на него потратили около 70-80 кусков, тысяч, да? Но все же, мы купили сейчас крутое оружие, и оружие у нас будет, можно так сказать. Now see, that's that negative attitude Lamar was telling me about, nigga. От первого лица пробуем. You ain't nowhere thinking like that. The power of positive bullshit. You ought to be clenching your motherfucking vagina muscles with my aunt, nigga. After his bed, it probably needs tightening up. This ain't new age shit. It's fact. You get what you get. Я как-то не смотрел на дорогу, если честно. Some Mark talk like that to an OG. CGF has changed, man. No wonder the hood. Просто читать одновременно и смотреть как-то один не получается. Lamar's been meaning to talk to you, homie. Nah, not now, homie. What's happening? It's nothing, my nigga, nothing. You know, just some ideas, that's all. Man, ideas ain't your strong suit. So put it on me. It's nothing real, homie. When it's something real, we'll talk. Bullshit, man. It's realer than this crap. Hey, we meeting them here. Ух, сейчас будет перестрелочка, мне так кажется. Man, how'd you find this place? The homie set it up. It's the kind of spot where we ain't gonna be disturbed. What up, Whitney? We got that shit, nigga, with a paper at. Nigga, I'm talking about Buku bills. Lamar Davis. What's up, boy? Everything cool? Come on, man. What the fuck, man? You was just kidnapping this nigga. Oh, come on, dog. Don't real recognize real. D, my nigga, just got out crossing lines, did some time with some of your folks. Hey, look, this ain't about you, man. What? You know these niggas done. Yo, what the fuck this trick talking about, man? Ага, так это засада, типа. Дробашок? Это. Ух, давайте, ребята, потопали. Fuck! I said lay low after you got clocked. You lay low, motherfucker. That ain't me. I can see that. Send that sucker to his dead homie. Fuck! Прям хакер какой-то через двери. А давайте мы попробуем наш калашок. You the fool wanted to make money?
От первого лица тоже иногда нужно играть. Так, мы ничего не пропускаем, да? Нет, вроде мы топаем нормально. Я хочу калашок попробовать. Крышек вообще круто, смотрите. Прям Кэс какой. Смотри, какая гравировка офигенная. Ай, перезарядка. Это что вообще нахрен было? Смотрите, ребята. Перезарядились? Это от первого лица, это вообще так атмосферно. Кайф, калаш это вообще, ребята, честно. От первого лица это вообще прям прелесть. Моя прелесть. Смотрите, ребята. Я первый. Это вообще эпично было, если честно. Нам нужно куда бежать? А куда нам нужно бежать? Сюда, да? Куда нам нужно бежать, я как-то не понимаю. Ага, за руль, за этот руль. Ну садитесь уже. Ух, это будет тяжеловато, 3 звезды. Это будет не так уж и просто. Нужно как-то сваливать, я не знаю куда. Самая лучшая тактика это всегда прятаться в канале. Воу, это что вообще было? Самая лучшая тактика это всегда прятаться на станциях метро, в туннелях, в канализациях. Но сейчас попробую это все найти. Я еще, если честно, смотрю, куда заехал нафиг. Я вроде на аэродром заехал. Да я нафиг еду. Куда я нафиг еду? Ну подождем тут, если что-то валим куда-то в эту сторону. А там уже едет, там уже едут за нами. Поэтому давайте куда-то.
Не знаю куда. Сюда. Подождем тут, если что. Там за нами тоже уже едут с той стороны. О, вот тут нормально будет. Вот тут. Спрячемся. Да, спрятались. Ху, оторвались. Да, эпичная миссия была. Если честно, от первого лица с калашом это вообще, ребята, прям... Ух, как атмосферно и прям, ух, как захватывающе. Hey, I ain't know the fools was gonna roll on us. If you started something with the ballers, shit, I don't care if you CGF for life, man. You done. Done, you dig? Actually, we ain't CGF for life, because all that means is we giving you money for nothing. We got our own shit now, homie. Foreign gangsters. Oh, no, no, he don't mean that, Lo. F just talking outside his neck. I'ma reach cross lines, all right? Conversate with the purple homies. Yeah, yeah, that's a good idea, man. Smart shit. But if I gotta hang you assholes out for this, the gang comes first. Ух, вот наш мотоцикл. Ух, и наша тачка. Shut the fuck up. Hell no, nigga. You sounding more and more like a snee-eye-itch every day. Hell nah, yeah. Nah, nigga, I sound like somebody trying to make some paper and not get killed. He's a hook-ass nigga, I told you. Nigga, go toss a salad, stretch mark-ass bitch. Мы сохранились? Ну... 100%, что да, я надеюсь. Потому что если нет, наша тачка опять куда-то уедет. Фу. Ладно, ребята. Давайте на этом будем заканчивать. Эпичная миссия, эпичная машинка у нас. И, в принципе, вообще эпичная серия, можно сказать. На этом мы будем заканчивать. Фу. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, набираем 1000... Ух, 1000, офигеть, 1000. Набираем 100 лайков на этом видео. Сразу же выходит новая серия GTA прямо в ту же секунду. Поэтому, если вы хотите новую серию, ребята, просто-напросто поставьте лайк, я буду очень этому рад. И также оставляйте свои комментарии, я читаю каждый ваш комментарий, также постараюсь ответить на каждый из них. Поэтому, ребята, да, харе пелится, ты же не пиник. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, вступайте в нашу банку их перцев. Все, что от вас требуется, просто на меня подписаться. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.